Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения Волгоградской области. Основной удар приняли на себя инфекционные больницы. Но даже сейчас, когда темпы распространения заболевания значительно снизились, нагрузка на профильные медучреждения продолжает оставаться высокой. Особенно в районных центрах. В связи с этим в регионе идет модернизация существующих и строительство новых инфекционных госпиталей. В плановом порядке продолжается работа по созданию современной медицинской инфраструктуры для оказания медицинской помощи жителям с инфекционными заболеваниями, для борьбы с инфекциями и профилактикой инфекционных заболеваний на территории Волгоградской области. Есть хорошо очень работа, и зарекомендовала себя инфекционная больница в городе Волжском на 120 мест. И это подтверждает нашу правильность нашего решения по созданию сети инфекционных, современных инфекционных больниц на территории Волгоградской области. Новый инфекционный госпиталь, строящийся на территории Калача-на-Дону, рассчитан на 60 боксов с возможностью увеличения до 90 койко-мест. Он будет принимать взрослых и детей из Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и других районов области. Сейчас специалисты проводят отделочные работы, завершают благоустройство территории. Специально для этого госпиталя закупается медицинское оборудование, аппараты ИВЛ, мобильный рентген, мониторы состояния пациента и другая медицинская техника. Здесь уже учтены определенные нюансы, связанные с оказанием медицинской помощи больных с инфекционными заболеваниями. И она уже такая больница переработанная. Проект переработан. Уже более современный проект. Нужно отметить, что работы идут в таком плановом порядке. Ориентировочно 80-90% готовность лечебного заведения. К 1 сентября лечебное заведение готово будет принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком современном уровне. Все строящиеся на территории Волгоградской области инфекционные госпитали будут объединены в специальную сеть. Помимо Калача-на-Дону, еще одна такая больница будет построена в Камышине, а также на севере области. Место размещения госпиталя будет определено с учетом мнений экспертов-медиков. По итогам мы получим современную инфраструктуру на территории Волгоградской области, которая поможет нашим медицинским работникам оказывать полномасштабную, высокотехнологичную медицинскую помощь в инфекционных заболеваниях. Уверен, что все планы мы реализуем в полном масштабе. Ну а опыт, который мы сегодня получаем, это опыт необходим. Он востребован не только на территории Волгоградской области, но к нам обращаются наши коллеги из других регионов. Екатерина Алтухова, Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.